Не с города, а с Саула. Угу. Плюс два. Девушка красится в шире. Нет, ты не поняла. Метиска, да, я метиска. Знаете, из каждого продукта по чуть-чуть. Карина, здравствуйте, здравствуйте. Думаю, ну а что, я просто сейчас вот интервьюшки смотрю, свои сериалы смотрю. Думаю, зайду в эфир, общение все-таки. Папа казах, мама русская. Прекрасно выглядите. Спасибо. Когда замуж? Как только, так сразу. Немножечко. Как называется форма бровей? Не знаю. Ну, не лисий уж точно. Вот как-то... Не знаю. В Шымкенте бы нет, в Алмате. В Алмате. Думаю, немножечко кудряшек сделать или нет? Или не надо? Блин, мне вообще нужно косметику перебрать. Семей, да, Алматы семей, классно. В семей не была, если честно. Красивых замуж не берут. Почему? Просто молча делаем и наблюдаем. И так очень молчаливая, потому что я недавно проснулась. Нет, вообще берут красивых. Сколько вы весите? На данный момент 53 килограмма. Вообще я всю жизнь весила до 50 килограмм. Потом, как начала заниматься спортом, я прибавила в массе. Вижу эфир Карины, захожу написать комплимент. Очень приятно. Знаете, люблю на свету делать немножечко. Чтобы это и при дневном свете очень красиво смотрелось. Правильно же? Какой у вас тональный? У меня от MAC. Ты мисс была, да. Я мисс Шымкент, финалистка мисс Казахстан. Так. Красавица, спасибо. А шоп пресс? Пресса нет. У вас глаза линзы или что? Нет. Это свои глаза у меня. Очень красивый макияж, спасибо. Вот так я крашусь каждый день. В принципе, это у меня занимает достаточно небольшой промежуток времени. Теперь немножечко сделаем губы. Ой, мне что-то так... Тени у меня, ну, вот эти чуть поярче, которые от Венус, вы можете использовать любые. А внутри Кика. А блестящие, это вот такие Кика. Барби собирается Кену. Ну, конечно. Если бы. Откуда ты? С Алматы. Ну, родом не с Алматы, живу сейчас в Алмате. Очень приятная девушка. Спасибо. Ну, а теперь я каждый день буду с вами вот так собираться. Очень приятная девушка. Спасибо.
Зачем каждый день? Где бы в будущем хотела остаться жить навсегда? Честно, вот мне кажется, Алматы очень хороший город. Вообще Казахстан, страна, очень комфортная для жизни. То есть мы можем путешествовать всегда, мы можем оставаться там на месяц, на два, где-то всегда. Но на постоянстве, мне кажется, Казахстан – это очень комфортная страна для жизни. Согласитесь же, родом в Шымкенте. Вот прям, не знаю, я очень люблю Казахстан, Алматушечку, Шымкент люблю. Кто вот, кто не согласен? Как вы думаете? Так, вот я думаю, какой бы блеск сделать? Чуть-чуть поярче или чуть-чуть понатуральнее? Ладно, пока не буду.